Продолжаем кооперативы. Продолжаем. На очереди реквест Кулука. Он эту игру на братве проходил. Но вдвоем я не знаю вообще, кто-нибудь играл ее или нет. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Игра не рассчитана, но есть такой момент, Dark Knight. Частично с тобой соглашусь, там есть какие-то... Есть подлости. На одного я, кстати, относительно быстро прошел. Так, ладно, посмотрим. Нифига, мне кажется, даже музыка погромче заиграла. Так, заходим в опции, 94-й год. Можно выставить 7 жизней, ну, сильно борзеть не будем, поставим 5. Музыка стерео. Это режим на одного, это на двоих. Руками не синхронно машут. Ну, да, плохая примета. Тут... Факт не в том, что сложное, а в том, что нечестное. То есть мы просто бегали по арене и ничего не могли сделать. Блин, Зорг меня напомнил, у меня же была перчатка. Побежали туда, блин. Сейчас отдохнем, я думаю, сейчас как посливаем все. Сюда. Ой, забирай сердечко. Кулук рассказывал про эту игру, я когда один проходил тоже, что знал, рассказал. В общем, игра из серии Ниндзя Куна, больше популярна была на Фамикоме, наверное. Где этот мелкий ниндзя всех сбивал. На Супер Фамикоме графу подтянули. Ой-ой-ой. Эпилептический пауэрап. О, я запрыгнул. У меня на Денди была, да, Dark Knight, да. Вот я про что и говорю. Она на Денди больше популярна была. Она просто Ниндзя Кун называлась. Так, сюда. Я вообще узнал про нее именно от Кулука. Давай я возьму. Ты там. Отлично. Сюда. Бодренький платформер, красочный. Ой-ой-ой. Нифига, я думал, тебя повышло так. Я не знаю, что меня подвинуло. Вот, залезли. Хорошо, хоть хпшечка не тратится, когда. Когда кто-то падает, да. Этого босса просто пинаем. Джема, ты не видел, как Кулук на братве его проходил? Ня-ня. Такая уж и сложная, четвертую, пятую часть проходил. Везде на... Ну не знаю, что. Пока главное разочарование с его, что играет. Так, ну-ка. Апгрейд возьми. Есть, готов. Класс. Оп-оп, я типа в кустах прячусь. Я главное взял, а показываю типа вместе взять. Да. Подлецы Сейнт, я согласен. Пока главное разочарование. И это SNES. Вот еще что обидно, это SNES. Да и хрен с ним с этим SNES. На якорь успели сесть, самое главное. Переводи. Нас похвалили, что мы молодцы. Первая миссия пройдена, вы красавчики. Корабль какой-нибудь. Ага, была. Подобрали первое оружие, кстати. Теперь можно бомбами швыряться. О, там сердечко. Давай посмотрим. Аккуратненько. Аккуратненько. Синхрон, тихо-тихо, аккуратно. Синхронность 6-0. Следующее сердце ты подберешь. Только найдем его. Шкалу здоровья до 4 сердец можно увеличивать. Опять же, на двоих это более усложненный момент, потому что... Делиться. Потому что делиться, да. Не видел эту игру, не все выступления братвы смотрел. Каждый раз готовился. Мало ли, Джем, я уточнил на всякий случай. А мне повезло увидеть, как Данил ее проходил. Я потом один взялся. Сердечко. Оно у нас полное. Вот так. Да что? Прям на пушку. Заскочил. Бросил просто, да. Давай здесь. Ой.
Кстати, когда комната меняется, ХП восполняют. И оружие на дефолтное скидываю. Оружия будет, в принципе, многовато. А еще карабкаться можно, да. Странно, на эту не стал залазить. Не пробивается. Ах ты гад, столкнул. Белази, здорово. Не пробивается там? Нет. Я Ой, шипы не ударился. А, я экран чуть вниз раскроил, ты уже не ударился. Да. Потолок забавный. А! Прикольная игра, в общем. Может быть, даже одна из самых легких в этой серии. На Фамикоме у меня вообще чувство, что они бесконечные какие-то. Буль-буль. И опасно. Так, ну-ка подожди. Не, ничего не взрывается. Мы оттуда пришли, по-моему. Тебе привет, Белазист, передал. Белазист, как ты мог узнать вора? Как же так? А, я забыл, что это забыл. Тут можно со стены его мочить. Только смотри, Нисис спускается. Нифига он где появился. Нормально, ничего страшного. А что тогда персонально не поздоровался? Решил так, что ли? Он жив еще. В башке ему постучать дальше. Да что-то он возле тебя появляется. Ладно, ладно, отлично. Вот другое дело. Боссы становятся мелкими врагами после смерти. И каждый свое оружие оставляет. Типа низи такие. Синхронность 6.0. Ну молния, она не особо нужна здесь. Да, можно, конечно, пользоваться, но... Ну, короче, по ситуации посмотрим. Машут руками. На вулкан какой-то пришли. Секретов много, но какие сможем, покажем, какие найдем. Тут и жизни есть. В скалах и всякие прим-бомбасы. Не, не долетел даже. Вот хитрый враг. Спасибо, Белазист. Спасибо, привет. Привет, дружище. Так, эти враги, кстати, не убиваются простыми выстрелами. Там надо поаккуратнее. Тут что-то есть. Да. Стреляй. О, классно ты кинул. Еще раз. А, еще раз. Да. О, вот. А, нет, нет, подожди, нет, мы туда придем. Ой! Аккуратненько. Ой. С разбега надо было. Ну, я с разбега прыгнул сюда, вот упал. Давай я сбери, да. Так, ну теперь аккуратней тогда. Враги вот респаунятся, тоже напрягают. Все, куда мы придем потом? Да, наверное, потом. А, спидранить не получилось. Да. Так, ну я здесь не смогу тебе разбить. Ладно, потихоньку так. Ух ты! Нормально. Забирай жизнь. Первая секретная жизнь. Да что ты подлый. Вот, вот этих врагов нельзя просто убить. Приходится их сначала. Ой, опять эпилепсия. Как я забыл. С разбега просто. Просто удар. Ну, мы здесь все почистили. Так, а куда нам теперь? Наверх! Ой-ой-ой, уклонился как ниндзя, кстати, да. А, там тупик, наверное. Ой-ой-ой. Значит, сюда. Не-не-не-не. Не сможешь залезть? Нет. Опять к секрету. К секрету пришли. Да брось его. Нет.
Нет. Ну я говорю, брось. Я туда его. Секретная? Ну потому что сначала сюда попасть надо, или вот в чем дело. Так, где-то должно быть. Сюда пока не. А, ну все, правильно, да, теперь сюда. Они все равно с него возят, конечно. Кстати, да, что-то на двоих-то тормоза такие нормальные в конце. Давай сюда сначала. Так, тебе бы тоже сердечко взять, конечно. Ну, пока нету. Да. О, вон еще жизнь. Забирай. Давай, я возьму. Еще одна секретная жизнь. Секреток здесь многовато, конечно. Ух ты, классно попало. Че, понять, не будем собирать? А. Давай теперь ты, наверное. Так и будем по очереди собирать. Ну и если кто-то откинется, там поставь. Пук! Так, тебе надо сердечко найти. Она здесь. О, ты, кстати, молнию показывал. Да. Я не хотел ее показывать, конечно. Но она сама будет. Да. Вот. Хотя бы лечил. Замечательно. Опасненько. Что остается вправо? Вправо, да. Ой-ой-ой. Два дурака. То и в яму обратно подвернуть, да. Качество. Не, все равно прикольно, да. Кто такой? Ну, я за синего бегу. Транзистор за красного. Играем противоположно нашим майкам. Так, туда мы... Куда давай слазим еще посмотрим. А, вот здесь сердечко. Вот, классно, я слез. Сбиваем. Фига, враг какой. Обменяйтесь, вот, да, кстати. Как в футболе. Если мы обменяемся футболками, ворог в нее провалится, а я буду сидеть с натянутым... делом. Ах ты, как он! Так, я возьму. Да, ты убежал. Да. А, ну все, пусть. Все, выход уже, да. Ну нормально, жизни пособирали, хпшечку. Все ли в порядке у вас? У нас все нормально. Сюда. Вот только что лава сейчас напрягать начинает. А сейчас лава будет? Да, она уже там, видишь, что творится. Да, полезно. Витя, привет. А! Давай, возьму. Быстрее, быстрее, низы, быстрее, низ! Да, ты жизнь забираешь. Не туда, поэтому сорвали. Нормально все, полезно. Плохо. А, быстрее, быстрее, лаву уже здесь. Не выпадет, не туда попали. Все, наверх, наверх. Должны успеть. Идёй. Везде огонь. Быстрее, быстрее. Ой-ой-ой. У него отличный бросочек. Отличный брососочек. У меня будет турик, нужны скиллы. Ты хочешь нас нанять, Виктор, на свой турнир? Ты так зашел, как будто объявление дал, типа. Провожу турнир, нужны скилловые ребята. Обращаться по адресу или звонить по телефону такому-то. Нифига меня подкинуло. Ой. А, никто. Да что, я не могу оружие выставить? Забирай четвертый сердечко. Дальше ты куда? Наверх. Ой, отлично открыл прям. Ой-ой-ой. Ну там классно, чувак, да? Тоже открылся классно. Да что ты закрыл не надо? С левой стороны и сюда. Спинки есть. Блин, кошмар. Ну, мне не дает просто залезть. Полезно, полезно. Все, фиг с ним, пошли просто наверх. Просто наверх. Спинки у всех есть. На голову. А, ну все. Да, вот тоже. Блин, напряженький уровень. Ну ничего, ничего, нормально пособирали. Так, Басинский. По-моему, этот собирает доспехи. Да, да. Ой, сразу что-то активировал.
Стрельнул. Давай-давай, пополняй. Я пополнился. Он еще на такой дистанции неприятный. Не собирается. Я каким-то чудом сейчас не задамажусь. Есть. Нифига тебя там просто. Давай-давай. Что за картина висит? Я только в перерыве могу показать. Работа одного художника из Красноярска. Противостояние врагов против героев разных видеоигр. Покажи бицуху на спине. Откуда? Мощно, мощно. Причем начинали где-то на вулкане, сразу уже куда-то в гору лезем. Яныча пока нету. Ля-ля, классно, я на тебе покатился там. Да. О, прикольный уровень в Москве, кстати. Еще музычка такая. Так, ну туда потом вернемся. О, секретная жизнь, давай у нас. Давай. Там страхуй, враги будут, есть всякие. Список игр оглашен и правила. У тебя в группе, Витя? Так, а внизу ничего не было, кстати. А, вот здесь. Вот здесь, бей сюда. Да, ты не светильник. Фонарик. Все, можно. Все, я в дырку. Ой. Я хотел там сразу разбить, но ладно. Дурной фонарь какой-то. Давай я, наверное. Давай. Ой. Так, теперь в эту сторону смотрим. А, он меня еще задел, нифига себе. Дискорд, не понятно. Как раз. Отлично. Сюда подошел, ты нарываешься сегодня что-то. Ты что-то прям нарываешься. Ты мне одного дружка напомнил. Раньше любил заходить. Но что-то надолго его не хватило. Да, давно, уже... кстати, таких кадров не было. Очень давно. Яныч! Яныч! Яныч, выручай! О, подожди, там выход надо. А, кстати, надо наверх, на самый верх только лезем. Да, посмотрим, что здесь есть. Ты его вряд ли знаешь. Я точно могу сказать. Он постоянно ники менял. Но это его не спасло. Забрали. Хорошо, хоть жизнь его спорит. Я не знаю, может, на вагонетках спецоружие. Ну, если хочешь, активируй. Давай попробуем. Есть. Ай-яй-яй. Плохо видно. Ничего. Непонятно. Ой-ой-ой. Блин. Могу откинуться? Нет, давай, не откинулся. Может, ну, подальше на качество? Я постреляю. Да я думаю, здесь нормально. Я думаю, здесь подойдет. Ой-ой-ой. А, ну все нормально. Я больше боялся. Да, залетели. Так, очередной Басинский. Вот из этих самых. Съел непонятно. А что, если человек улыбается, обязательно что-то съесть надо? Такие белые. У меня настроение хорошее. Я бы назвал, что это вылетает, но... Могут забанить. Да, поэтому я не буду знать, что это. Так, какой-то деревянный робот. На самом деле это магия какая-то, мы типа души собираем. Ну, это что-то на душу не особо похоже. Не, игра прикольная, кстати. Ну, это прикольная, да. Как вот этот босс напряжен. Давай пробуем острее. Вот правильное решение. Так, может, сейчас что брать? Может, огонь попробуешь? Он вокруг себя стену делает. Пробуй сейчас им. Во, вроде нормально. Спидран так пошла.
специально время тянет. А нет, попадаешь. Должно хоть это. Все, а, ну все. Блин, классно. Это плазма, тоже хороший вариант. Мне больше интересно, что ты сегодня ел. Кстати, в пещеру лезем, в кристаллическую. А, лед это лед. Да ничего, Юран, пока до прямых оскорблений не дошло, посидим, посмотрим. Иногда даже забавляют такие моменты. Тем более, мне надо практиковаться, у меня давно таких зрителей не было. Вот, значит, упадет. Да, вот здесь главная подлость, вот эти блоки единые, постоянно будут падать. Новатор, обрати внимание, если ты еще здесь, какие прикольные уровни пошли. Я сегодня тоже типа суп ел. Что, по низу? Да, по низу посмотрим. Не знаю, куда идти. Тут непонятно на самом деле. А, здесь нифига нет, значит там только наверх оставалось. Собираем на новые. Нет, пошли лучше там поднимемся. Там какая-то странная стенка, надо по ней попробовать. Такое чувство, что кое-чем измазана эта стенка. Ой. Кубраж, я не помню, где кубраж был. Я тоже не понял ампул сейчас. Так, подожди. Отлично. Можно вниз дальше пойти. Давай сначала наверх. Такое чувство. А, вообще-то. Жизнь. Там можно еще дальше вверх идти будет. Радиус 3. На, это где, короче, где повезет, не повезет, кубиками закидывают. Так, у тебя жизни побольше, давайте попробуем. Давай. Ну, как раз теперь. Забирай. Я найду себе наверх. Да ничего страшного, Юра, ничего страшного. Да, я знаю, что там на аркаде есть. Это, когда кубики в тебя встаешь в одну точку и молишься, что тебя не залетит ничего. Так, тут нифига нету. Блин, вот надо было им этот респаун делать. Ой, ой, ой. Никита всегда прав. Сердечко. Никита обычно, если какую-то информацию пишет, то она на 100% проверена. Это мнение ошибочное, я думаю. Так, забираем. Я проковыряю. Что, куда сначала? Еще повыше? Ну, ладно. А, там еще сердечко было. Ну хочешь по один налево? Давай попробую взять, хотя оно немножко неприятно бьется. А, так а зачем у нас все жизни? Не, подожди, уже не все. Уже не все, да. Я полезу забрать. Да, ну нужно было. Выпендрился маленько, ничего страшного. Не залез в сопле. Да, я люблю с настроением играть. Мне не обязательно какие-то запрещенные препараты принимать, чтобы с хорошим настроением быть. Ничего нету. Мне нравится, что здесь все замороженные ребята торчат. Прям вообще класс. Детская игра. А, вот здесь сердечко будет. Так, ну давай попробуй, ты держись как-нибудь. Так, ты держись. Держись, держись, упадешь! Ну держусь, ты прыгай. Все, я прыгаю. Он не прыг... А, ну все, нормально. Что, нормально? Я с тобой прыгну теперь. А, меня не может быть. А, нет, смотри, выкинул. Смотри, выкинул, ура. Есть, отлично. На двоих здесь попроще за счет того, что можно остаться на поверхности. Ну все, по 3 сердца, по 7 жизней, нормально. Идем дальше. Я залезу. Мне нравится, как они по стенкам лазят. Кстати, если они за стенку зацепились, они потихоньку слазят. Да что я не могу сказать? Что-то наверх хочешь? Ну да. Я показал, хотел показать, что будет, если не зацепиться и не держать кнопку. Не самый. А, ну все, пошли обратно. Хотя ладно, что? По 3 сердца, по 7 жизней, фикси. Блин, это что? Это самый подлый блок, наверное, был, который падает. Так, там сверху жизни куча. Надо еще выше. О, классно упал враг. О, вон еще жизнь. Ну, давай возьмем. Давай, давай. А ты с другой стороны. Прикольно, жизнь во льдах прям запечатана. Ой-ой-ой. Я сюрикен. Ой-ой-ой.
Вон она. Да-да-да, сейчас. Да. Бомбы, наверное, разбивай. Да. О, ты ее прям со льда взял. Кто так говорит? Покажи. Покажи на этого человека. Блин, скинул. Беленькая подберу. Ой, не заметил. Меня спас враг. Враг спас. Ну, меня оглушил, я не смог прошли, пошли, да я бесконечные. О, я заберу. Я четвертое сердце взял. Тут уже блок упал, кстати. Как человек переживает, что у меня то, на чем я сижу, может оказаться дефектом каким-то. Никогда такого на стримах не видел. И вот опять как говорится. Всегда что-то новое бывает. Да. Ну это еще как с Супер Бомбермена пошло, не то все. Да. Сразу хейтеры появились. Да, налево. Что-то здесь много блоков. Справа не заберемся. Уже здесь. Открывай. А, здесь хочешь? Ага. Давай попробуем. Тут поаккуратнее. Все, видно. Еще босс такой. А, можно же вот так сделать. Да я хотел так сделать, у меня не получилось. Колобок, кстати, все блоки сбивает. Так, а. Ты там у себя суетись, я если что буду приходить время от времени. Очередной никому не нужный тип, хоть тут внимание привлечет. О, ее можно сбить. Ну что прям ко мне-то пошел? Вот ему больше понравился. Вообще что-то странно, что он наконец-то. Все, он разозлился. Я проскочил. Да я не успел кинуть. Вот, я убил, кстати, колобок. Мне надо было убегать уже. Ай, там у меня есть. Ничего не делай. Блин, она слетела. Хорошо прыгал. Ну, да. Я вон там катаюсь, ничего не делаю. О, классно выпал. Подожди, не бей пока. Подожди, подожди. Во-во-во, давай, давай, Жан. Да что он его сбивает-то? Да. Обидно немножко. А, этого не получилось. Пришлось убить. Самый нестандартный босс, наверное. Еще разок. Кстати, мод 7 неплохо так. Ой. Кошмар, он уже на полэкрана разжирел. Не ускорился, у меня там враг мелкий затрет. У Кулука, кстати, недавно одного кадра видел. Апдейт 21, мне его тоже повеселил там. Ну это старый товарищ. Да. Тоже озабоченный был, не по-детски просто. Новый фолловер, да, Максон, точно. А, ну все. Все. Дай тебе поклонись за этого босса. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, друг, спасибо. Ну, вот это классное оружие. Бумеранги. Ну, мы поняли, вот от какого слова фаул ловер. Через А. Игра-то не хочет заканчиваться еще. Хотя мы полчаса только в ней. Опять этот босс главный сваливает с нашей принцессой. Интересно, как они принцессу на двоих будут делить, кстати. Как? По 600. Кстати, у нас тут по максимуму жизни, по-моему. Не знаю, девятку можно, нет? А, по-моему, можно получить. Забирай. Давай посмотрим еще. Ладно, отлично. Секретов, конечно, просто дофигища. О, в самом верху оказался. Да. А, не, подожди, я чуть пониже спущусь. Во. Пушка. Пушка страшная. Страшная.
Да. Все-таки затронем. Ну ладно, у тебя 3 сердечка. Да что ты, я думал, с одной бомбой будет убивать. Мне кажется, если нормально попасть, то будешь. А, все-таки 9-ю жизнь можно получить. Иди сюда! Сюда иди! Сейчас. Еще больше пушек. А, ты хочешь бумеранг? Ну да, я с бумерангом буду. Газ. Главное не зашквариться. Да, эту игру даже можно и в колоде на братве брать. Но не в этом году уже, потому что кулок брал. Как вариант на следующий можно будет взять. Вообще на братве кооперативы редкое явление. Вот потихоньку. Оп, уже выход был. Колобочек, да. Я по стрелкам понял, что можно сваливать. Ой-ой-ой, как подло. Ладно, бомбы здесь не очень эффективное оружие. Из-за того, что по дуге летят, приходится это заранее подгадывать. Она еще скидывает. Я открою. Блин, а тут занесло, конечно, на газ. С разбега уже. Ой-ой-ой, чуть опасно было сейчас. Нормально. Тебе надо жить потихоньку. Давай я открою еще. Че надо? Ну, возле газа прыгай. Во. Ой. Нормально. Ничего, ты как будто сам проломил эту трубу. О. Тогда я открою сейчас. Блин, ну живем пока, но я не знаю. Так, давай прыгаем. Так, проходи вперед, наверное, сейчас. Посмотрим. Гад, сзади еще напирают. О, бери. Так, живем. Не рушится, но я ничего. А я не пробовал. Ну попробуй, взрывай. Со стенкой он может бомбу кидать. Пока ты убиваю. А, ну давай с этой стороны попробуем. Да, блин, бомбы эти. Ладно, походу да, походу ничего нет. Да, сюда сначала. Так, держись, даже не запрыгивай. Сейчас посмотрим. А, тут уже выход. Ну, пошли тогда, ладно, фиксим. У нас жизни почти максимум, сердца есть. А что сейчас? А, босс. Вот сейчас мне надо аккуратно, потому что два сердца осталось. Ну я огонь попробую заюзать сейчас. А у тебя полный, да? Да, у тебя тоже полный. Ну давай сначала ты, если этого не хватит, я потом попробую еще. Я пока так, наверное, бомбы буду сдалека откидывать. Давай. Привет, Благомир. Забанили там? Ну, скоро уже разбанят. За заставку Warner Brothers, прикинь, Благомир. Из-за этого... У Яночи канал забанил. Но она что-то говорила, что может даже уже сегодня появится. Да, что сегодня уже будет. Так, не рановато. Он будет. Да-да-да, он будет. Скорее. Ай-яй-яй, забил. Блин, он подлый, подлый, конечно. А меня-то как? Я же уже вроде... А у тебя уже кончилось? Mm-hmm. Давай я попробую. Да! А, ну все, отшибли. А теперь это осталось. Очень главное берегись. Ты, у тебя же последний какой-то. А все, он готов. Да. Вообще развалили. Вот это просто имбовое оружие. Просто развалили. Хоп, такие посмотрели, да? Яна приняла решение теперь на Good Game стримить. Больше на Твиче она не будет фильмы крутить. Гектор, наверное, баскетбол ждет. Гектор, скажи, что... Мы перед баскетболом и нет отключили. Че ты такого пугаешь? Опять испугались. Так, а что сейчас, кстати, ну-ка.
А, это самый короткий уровень. Надо по сердечку взять. Сюда сейчас. Вот куда я смотрел, да? Вот так. Чем дальше, еще что ли? А, вон еще два. Нам хватит, я думаю. А больше и нет. Так, этот босс в разные стороны шмаляет. Давай сейчас расходимся по разным сторонам. Бля, у нас аж слезы пошли там. А тут они как будто что-то типа пристыдились. Испугались. Ходил, надо кроликов накормить. Гек, я помню, что у тебя веселая ферма онлайн. Я помню, Гек. Мне кажется, здесь бомбы нормальные. Не-не, нифига. Да! Да! Насчет бомбы я походу... Да куда разбежался-то? Значит, чтобы устроить начнем. Во! Вот это хорошее попадание. Давай, наверное, ты у себя его бей. Ты у себя бей, а я с этой стороны. Ну, не нормально, реал-тайм. Ролики не только цены, нет, да. Давай в одну сторону сейчас. Что сейчас будет? Вот эта фигня будет. Ну просто шмаляем тоже. А, по очкам надо стрелять, я думаю. Ладно, я как-то попробую. Ну да что ты какой хитрый. Готов. Отлично. Спасибо, что убил его, спасибо. Чуть-чуть подобрали вообще. А, дракона превращается. Ну еще и супер, супер вонючий аромат. Забавную игрушку взяли, приятно, разработчики не забыли серию, сделали. Кстати, да, Благомир, я упоминал этот момент. Давай, я буду стрелять, внизу контролирую. Спасибо Даниле Кулуку, он прошел эту игру на братве. Я бы, может, даже и... Ну, если бы узнал, то не очень скоро проверил. А так я увидел, что он проходил. Сначала сам прошел свой проект, а потом уже Данил еще и реквест по оперативной теме. И вот мы здесь, в этой игре. Тут есть босс-вертолет, есть я, причем не один. Ну, да, небольшой шмап на один уровень. Блин, Анкол, нам столько шмапов предстоит. Но я начинаю подозревать, что... О. Прикольный враг, кстати. Зацепись. Я начинаю подозревать, что лучше шмапы, чем Супер Бомбермен, например. А, ракеты прям четко попал. Четко ракеты. Нет, могу. Да, классный уровень. Кстати, Анкол, я еще вспоминаю пираты темной воды на СНЕСе. Тоже на драконе сидишь. Да. Вроде всю игру битэмап, а потом бац. И дает шмап уровень. Ну, только босса, но все равно. Да, там ракетами у нас классно пролетело. Да, прикольно. Хакин, здорово, Рокретрос, привет, ребята. Извините, что сегодня рановато начали. Так, это еще не конец. К сожалению, все в работе. Поэтому пришлось сегодня раньше начинать. И вчера тоже не получилось из-за работы. Давай уничтожим. Там то надо мода уже летела. Алло, поздно. Хорошо, что ты хочешь видеть. Забавно так Хакин с Рокретросом одновременно зашли. Wild Guns тащили, нет. Кстати, Благомир, вот чуть ниже тебя Рокретрос написал. Именно он нам зареквестил Wild Guns в коопе. Не, пока не играли, там... На харде предстоит исполнять, будь здоров. Ранэнганы вообще тяжело продвигаются у нас, как и шмапы. Что, в принципе, неудивительно. Самые сложные жанры. Ну, здесь, наверное, просто прорываемся. Ой, нифига ты его подобрал. Нифига еще должно. Надеюсь увидеть. Благомир, ну я, как обычно, как я люблю говорить, все упирается во время. Нам самим интересно изучать игры. Забирай, наверное. Сейчас я залезть помогу. Я прикрою тебя, друг! Да как подло стреляет? Вот так кто прикроет тебя.
А кому ж выше? А, там, наверное, еще нет. Залезь. Я с тобой ты залезу. Да, там нифига нет. Нифига он такой наглый, аж сюда лезет. Вот и гад, сбил меня. Сюда, сюда. Враги, кстати, жирнее стали. А здесь, наверное, ничего нет, а вот дальше. Благомер нам самим еще очень много игр, интересно именно как они в кооперативе будут проходиться. Потому что почему-то в ретро-движухах очень мало кто в кооперативе играет. Я там все плечи спустил. Сейчас заберем. Отлично. Держись, я иду. Очень мало игр проходилось именно в кооперативах. Мы пробуем это исправить, но не все так просто, к сожалению. Вот ты зашел сегодня попозже, Благомир. Ты не видел, что там творилось в Супер Бомбермене. Что, забирай, наверное? Я не знаю, куда это идти-то надо. Надо наверх. Пробуй врагов откидывать. Залазь, залазь. Запрыгивай. Бля, все вот, просто вот разговаривали. Вот и все. Качество. Подожди. У нас жизни хватит. Ну, в принципе, по три сердечка. А я так не смогу. Да я тогда вперед подойди. А, я так не смогу. А, это еще не конец. Да, еще тут надо проходить. Ну, хоть хпшечку успел. Да что, тут прям сел четко прям на выстрел. Кусачие враги. Давай я проще отбиваться. Кстати, может накопишь на драконах, улетим просто и все. Сейчас давай поотбьем. А, это не оставляет, потому что она типа металлическая, да? О, классно. Опа, шмак уровень продолжается. Вот это я понимаю, вот это игра. Да. Дали способность крутую уже в самом конце игры. Мы обязательно воспользуемся. Вот это я понимаю. О, ты его прям протащил. Да, прям морды вперед. Ты его прям протащил. Так, ну что, Басинский. Так, что же делать? Кнопка специально сделана круто, так знаешь, чтобы не пропустить. Что-то не поддает тебя. Да, они сами сейчас. О, в голове. Ой-ой-ой, перенес. Ладно. Немножко попу перенес. О, не успел сейчас. Готов. Добиваю. А я пока побалуюсь бочками. Оп. Оп. Молния решился. Иди под бочки. Иди под бочки. А почему? Стальной лоб просто. Почему? Стальная голова. Блин, я на тебя бочки скидывал. Ему вообще пофиг. Что-то на кооператив. Не, ничего страшного. Мы же сразу сами будем потом смотреть. Благомир, ну конечно, конечно, от тебя в основном интереснее кого бы. Реквестирую без проблем. Один реквест можете писать кооперативный. Будем рассматривать когда-нибудь. Но не всегда. На SNES есть трэш-игра Сильвалион. Так вот там драконом по лабиринтам летаешь. Фига себе. А женщина все-таки со мной осталась, замечательно. Что поделать? Ну, не, у тебя двухместный дракон просто был. Спасибо Кулуку за реквест еще раз. Получается первое, что мы сегодня прошли. Всего становится 58-я игра. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас дождемся титров по канону. Спасибо Сейн, Гектор, Серега. Спасибо, ребят. Вот Кулук зареквестил хорошую игру. Прикольный платформер, разное оружие, красочный. Немножко, может, детский, но
принципе, нормальная игра. Может, когда-нибудь на братву ее возьмем в следующем году. Спасибо, Рок Ретро, Самкол. Так что, Благомир, заходи в группу, и другие ребята, если есть на примете какой-то кооперативный реквест, можете оставлять. Блин, ну хоть что-то вот. Ну, Бомбермен хрень, конечно. С этим боссом последним. Ну, блин, я вот сейчас буду чувствовать вину, потому что у меня была перчатка, блин. Ну, как он быстро взорвал. Потом минуту три просто скакал и ничего не отдавал. О, какой конченый босс, Супер Бомбермен, блин. Спасибо, Джем. Спасибо, что еще с нами. Ну, после босса Раша у нас не было шансов просто что-то унести оттуда. Там или по времени бы проиграли. Ну а вот здесь финальная заставка. Хорошая игра, всем рекомендую. Может даже и без нас кто-то ее в кооперативе на братву возьмет. Да ладно, Сэнд, я все равно немножко самобичеванием занимаюсь. Ну а Даниле еще раз спасибо, я думаю, он записи пересмотрит. Просил пройти без контов, а получилось вообще без смертей. Ну, игра для людей сделана, уровней сложности нет, можно жизни побольше выставить, если сомневаетесь там. Или первый раз играете. На чекпоинтах лечат. Куча всяких секретов повсюду. Короче, игра вообще такая нормальная.